торопитесь, бежите, хватаетесь. Вам надо остановиться и задуматься о себе, почувствовать себя. Что есть истинное твое желание, твое стремление? Для чего ты, куда ты, зачем ты? Задайте эти вопросы себе. Задайте каждый эти вопросы себе. Для чего ты? Не хватайтесь, не идите по шаблону. Не смотрите на всех. У каждого своя судьба, у каждого свое развитие. Каждый идет по своему пути. Будьте наедине с собой почаще. Уходите от себя, выходите из себя. Теряете, не чувствуете себя. А потом руками машете, помощи просите. Вам все дано с рождения, все вы можете, все сами умеете. Никто не слышит себя, никто не хочет себя изучить полностью. Человек приходит в этот мир, чтобы познать себя, почувствовать свое «я». А вы все что-то хватаетесь, бежите куда-то за какими-то иллюзиями. Остановитесь, люди, обращаюсь к вам. Даже когда вы теряете людей, у вас есть минута молчания. Вы дарите ее другим, а себе подарите. Подарите себе хотя бы минуту молчания и погружение внутрь себя. И увидите все вопросы, все ответы там. Слушайте вашу душу. Слушайте ваше сердце. Ум не тот проводник вас по жизни. Не идите за умом, идите за сердцем. И получите то, что вам необходимо в этой жизни. Откройте ваши глаза. Впустите свет. Зашоренные, затемненные. Откройте эти шторы, выбросите их в конце концов. Посмотрите на мир другими глазами. Смотрите высоко, а вы все под ноги смотрите, камушки ищете. А душа летает, бросится ввысь. Душа парит, а вы все какие-то эти ищете проблемы в жизни. Просто живите, просто любите, просто летайте. И будет вам счастье. Благодарю. Спасибо большое за такие наставления. Спасибо.